Всем привет! С вами Прия. Припад Shadowlands'а наступил, прошел уже целый день, и люди все больше начинают находить различные интересные нововведения от компании Blizzard. Само собой, были введены всякие новые достижения. Касательно дополнения Shadowlands, во вкладке исследования, например, появился Shadowlands, и если открыть коллекции вкладку модели, то там есть уже ачива на полный сбор сета из замка Нефрия. Нафри, окей. Собственно, сегодня поговорим о интересном великом достижении, которое получается очень и очень сложным. Чтобы его сделать, нужно иметь неимоверный навык игры, а также иметь большое количество золота. Шучу я. Великое достижение, исследование Battle for Azeroth, всем белочкам, которых я любил, за океаном. Зверьки Култироса и Сандалара тоже заслуживают любви. Также аналогичное достижение имеется в Легионе, оно дает 10 ачивпоинтов, и в Дреноре, оно также дает 10 ачивпоинтов. Что довольно-таки печально, если смотреть на какие-либо старые такие ачивы, найду сейчас какую-нибудь аналогичную, то там хотя бы писались мопцы, с которыми нужно повзаимодействовать. А тут... Тут получается, что просто ничего не написано абсолютно. То есть Нордскол. Видно то, что с какими мобчиками нужно взаимодействовать. А тут вообще тишина касательно этого, ноль инфы. Ну окей, можно зайти на WoWhead, и я уверен то, что в комментариях там будет абсолютно все расписано. Так что дерзайте, получите великое достижение за реально великое действие. Я уверен, у вас получится. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!